motherfucker. What's up, ребят? Канал или гейм? Let's play Rock Aliens Isolation. Продолжение. Да. Значит, задача. Поймать существо. Вейтс разработал план. Нужно выследить существо в технобашне Лоуренс и изолировать. Мы отправляемся в технобашню. Рипли, вы идете? Да. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмуэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача — убить тварь. Один хочет изловить, второй хочет убить. Мы все определенно что-то с ним хотим сделать. Я предлагаю нажать кнопку «Отправиться в технобашню Лоуренс». Да, отправимся в технобашню Лоуренс и согласно инструкции и плану поимки существа выследим существо и изолируем его. Чё так долго? Нельзя ли как-нибудь побыстрее? Вагон следует до технобашни Лоуренс. Состариться можно, пока откроются двери. Не, ну серьезно. Выход к центру связи с Сиксен-Телеком. Службе техподдержки и лаборатории. Да, мы приперлись. В общем, медицинская башня Севастополь. В жилой зоне Соломе к Нижнему. И что? Центр связи с Сикстен. Подожди, а куда мне? Куда мы прилетели? Куда мы попали? Я не пойму, почему мы вернулись обратно? И это никак не связано с техно... А, это технобашня Лоуренс. Так, мы все правильно. Перекрыть все пути отхода из серверной, прежде чем изолировать в ней существо. Перекрыть центр связи Сикстен. Все пути. Изолировать существо в северной. Перекрыть существо в северной. Перекрыть север, юго-восток. Ну, север — это там, где снег. Это полюбас. Чтобы, да, чтобы понять, что произойдет, нужно понять, что нужно, чтобы понять. Выход к центру связи с Сиксен-Телеком. Двери, что с ними не так? Они же были нормальными штуками. А, добраться-то серверная. Вот, собственно, да, мы вышли, и у нас сразу появился теперь вот такой сигнал. Ле-фу-е. В общем, это будет страшно прям. Окей, мы отправляемся. Между прочим... Ладно, возвращаюсь. Включить противопожарную систему. О, чудо нельзя. Ох, нихера себе. Подожди, постой. Что? А куда мне надо идти? Пока ничего не понятно, но как минимум ясно одно. Нам нужно Вавку залечить. А на что у меня там аптечка? Лучше динамит подальше убрать. Вот, точно. Итак, мы вылечились. У нас тут куда-то появился огнемет. Это охеренный фонарь. Я вам скажу. У меня фонарик так не светит, как светит этот огнемет. Ничего не ясно вообще. Ну, это нифига себе трудная задача. Сразу непонятно было, что. Так, теперь нужно понять, где ее включить. Видимо, вот здесь. Так, ну, с одной проблемой мы справились. Раз мы справились с этой проблемой, то у нас появилась новая проблема. Wait! Что с вашей станцией? Она давно на ладан дышит. Потом начался демонтаж, и ряд систем вообще отключили. А теперь все и вовсе заняты борьбой за жизнь, так что сами понимаете. У нас тут полный хаос. К
Значит, что это у нас, значит, получается? Получается, что мы выключили как бы сигнализацию, точнее, включили, и как бы тогда дверь, получается, разблокировалась, да? Но здесь не должны быть эти два человека. Они уже были ранее. Ну, это новые чуваки. Новые, старые, хорошо забытые чуваки. Я не понял, это что, там взрыв был? Это меньше из бед. Существо близко. Слышали? Пошли, пошли! А я что, сейчас попаду в этот лифт, да, вообще? Ну, нихера, я себе по стелсу куда-то прошел. Цель – технобашня. А зачем я пошел сюда, собственно говоря? А нахер я приперся вообще? Алло, игра, ты подставляешь меня? Серьезно, мы это проходили. Он забегал все время в эту комнату и вертел меня страшно вообще. Ящерица, да. Да, мне жопа, уже, понимаешь? Уже жопа. Уже шел 2038 год. Ну давай, козел, появись. Итак, мы снова куда-то приехали. Мы не туда повернули. Нам нужно было налево и наверх. Я так полагаю, что мы правильно идем, потому что пока нам карта ничего не показывает. А как вы хотите поймать тварь? В башне велись работы с ценными веществами с газового гиганта. Все помещения там оснащены системой быстрой изоляции на случай ограбления. Там все можно перекрыть, вентиляцию, двери. Короче, вы заманите тварь в клетку, а Рикардо ее захлопнет. Нихера себе план. Порем на сотку, они его провалят. Ну, как минимум, кто-то из них затупит. Я пляну в какое-то приключение. А я вот не помню, мне прям очень вниз надо, или... Или можно не углубляться. А это, походу, на этом этаже. Только теперь дверь вон та прямая. Даже ранее нельзя было, по-моему, пройти, а сейчас станет можно. Вход прямо перед вами. Дверь открывается с компьютера в приемной. Да, этот тоже момент я помню. Давайте быстренько сохранимся. Так, итак, у нас есть компьютеры. Компьютеры удерживают там что-то там. Управление дверью. Закройте все двери вокруг лестничного пролета. Потом склад. Зону техобслуживания и приемную серверной. Отлично. Это еще не конец. Нам нужно теперь дохера чего еще. Нифига себе, перекрыть вход на лестницу управления. Огонь. Офигеть. Ух ты. Что пошло не так? Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Нам куда? Нам направо надо. Интересно, это робота? Или где-то реально кто-то живет помимо робота? Наверное, нам нужно подняться. Он, кажется, увидел меня. Нет, как бы в смысле... Безопасности на Севастополь. Надо. Оружие. Надо выйти. Сука! Пойдемте за мной. Слушай, так нечестно. Давно у меня не было тройничка. У меня 25 патронов. Особо не вижу смысла прятаться от этого робота. Давайте сразу, ну, убьем его, что ли. Мы будем... Будем громко это делать. За***л. Пожалуйста. С одной стороны, вот эта тварь, там робот. Неизвестное существо. А, он охотится на нее. Кто вы? Прикинь. Они знакомятся, охереть. Понюхали жопки, в смысле, разошлись или что? А, перекрыть все пути отхода из серы, прежде чем изолируются в ней. А на каком этаже это все находится? В целом непонятно. Это миссия на стелс, но его у тебя не будет. Ситуация была очень непростая. Она усугублялась невозможностью выполнения миссии. Перекрыть выход. Так, а как нам что вообще с этим роботом сделать? Он как-то, ну, отвлекается. Типа мне нужно аккуратно, быстро пройти. Так, пока... Все непонятно вообще, что как, но есть догадка, что мне нужно вон на ту зелененькую штучку идти. А, походу нет. Вот. Так, склад я закрыла.
Хорошо. Мы сделали шум, пусть. Так, здесь мы перекрыли. А теперь нам нужно перекрыть выход на лестницу. Выход на лестницу. Выход на лестницу. Если б я только знал. Так, и мы двинулись дальше. Вот и второй блокиратор. Зона техобслуживания закрыла. Ох, нихера, короче. Слышал вот эти звуки, да? Это скоро кульминация событий будет. А тем временем мы возвращаемся, я так полагаю, обратно. А, это я типа открыл. Все, я понял. Это только открыл. Я уже обрадовался, такой типа блокирнул. Уже все готово, я думал. И больше не надо напрягаться, но нет. Переключите меня на Рипли. Она тебя слышит. О, привет. Рипли, с компьютера в приемной можно запустить аварийную блокировку. Вон там, за стойкой администратора. Так, захожу в компьютер. Что там в компьютере надо делать? Только быстро. Я чувствую уже прям, что где-то эта ящерица рядом. Личное, взлом. Закрыто, утилиты личное. Данные зашифрованы, введите взлом. Не получается просто. Утилиты закрыты. Мы выходим из компьютера. Активировать команду Рикардо. А, Рипли, все готово. Просто запусти эту программу, чтобы получить доступ к папке системы безопасности. Рикардо? Я закрыла приемную серверной. Молодец. Теперь потихоньку уходи через серверную. С компьютера в серверной ты должна будешь включить аварийную блокировку. Врубишь и сразу беги. Я буду держать выход для тебя открытым. Как только пройдешь, захлопну мышеловку. А, то все-таки я правильно шел. Выглядело так, как будто я шел неправильно. А, ну да. Несмотря на то, что по пути нам встречаются различного рода монстры, нам нужно найти в себе силы не обосраться. Так, мы пришли в серверную. Здесь есть дверь, которая заблокирована. О, саново дрыщ! Итак, мы знаем, что здесь есть существо. Чужое. Ну, не то чтобы оно не часть корабля. Название у него такое. Инопланетное, чужое. То есть, ну, не такое, как ты. В общем, и здесь есть роботы. Вроде бы пока идем правильно. А на что взлом? Так, теперь нам нужно отключить газ. Отключить газ. Так, отключив газ. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Рикардо, путь открыт? Черт, нет! Дверь заклинила! Рикардо, в чем проблема? Открывай! О, господи! В смысле, алло? Так, прибегаем к простой старой тактике, сесть спиной. Когда сидишь спиной, он вроде не видит. А подожди, а что нам нужно сделать? Выбраться из серверной. Выбраться. То нужно было вобраться в нее. Теперь вот он ходит, смотри. Рикардо, ну что? Рикардо, мы уже... Нет, у меня минуты. Мы уже обоссались здесь. Не, надо вниз смотреть. Я серьезно. Рикардо, ну что? Сейчас, минуту. Нет, у меня минуты. Все, мне жопа. Я же сказал.